Всем здорова, чуваки, с вами, как всегда, на связи Брайан, и мы вместе с вами продолжаем играть в Oriental Empires за Дуны. На прошлой серии мы с вами взяли столицу Ханя, Джень, после чего я временно на 20 ходов с ними заключил перемирие, дабы нам можно было разобраться с возможными восстаниями, утихомирить население, немножечко поднять экономику, восстановить нашу уставшую армию полностью. В общем, как-то так. Давайте сейчас посмотрим по дипломатии, как у нас там дела. В общем, с У у нас по-прежнему идут военные действия, но они нас не трогают. С Чу у нас сохраняется договор о братском мире, еще 20 ходов. Вот как раз-таки с Хань 20 ходов мирный договор. А с белыми Ди у нас закончился оборонительный союз. Я думаю, что его надо бы нам продлить. Заплатить, естественно, небольшую сумму, 100 голды. И они, в принципе, у нас согласны. В общем, у нас есть оборонительный союзник, если что. Военачальника потихонечку двигаем мы, наверное, сейчас вот сюда. Пускай он разберется у нас с разбойниками. Так, лучников давайте назад убираем. Держите себе изматывание. Ты у нас в обороне стоишь. В поддержке, давай вот так вот. А вы у нас на атаке идете. Не будем рисковать полководцем, чтобы они у нас не дохли, как мухи. Так, тут у нас сейчас... Давайте уберем колесницы. Немножечко сейчас лишние войска мы пораспускаем. Особенно, которые требуют много еды. Так, здесь мы вот этих уберем. Вот, и оставшуюся армию ставим ночевать тут. Так... 3 отряда, здесь 5 отрядов. Давайте в этот город перебирайтесь. А вы у нас сюда двигаетесь. А вы тоже у нас на отдых идете все. И давайте тогда завершим ход. Так, белые иди там с разбойниками сцепились, да? Вот сейчас вот за этими тремя городами надо наблюдать просто. Хань информацию о врагах нам предлагает, скорее всего, информацию нам открыли. А развитие могущества дороги у нас появились. Давайте тогда следом мы ставим благородные колесницы, обученные колесницы на исследование. Пожар, все, город горит. Так, недовольство 92%, да, здесь у нас еще остается. Так, бандиты куда там пошли? Сюда куда-то, да? Преследуем их. Еще и здесь тоже народ недоволен. 84%. Я не понимаю, из-за чего вы недовольны. Местные факторы, трудовая повинность, нехватка продовольствия 37. Здесь у вас нехватка продовольствия 4. А здесь 37. Ну да, полей, блин, у вас маловато. Потребление 28, да, производство у нас пищи идет 31,7. Хотя нормально у нас еды, что вы там мне фигню говорите. Вот тут я понимаю, может, да, быть нехватка продовольствия, когда мы тут все поля поуничтожали. Хотя даже такого и нету. Потребление 31. Производство... тоже 31. Сельское хозяйство 22, фирмы X10 20, технологии плюс 10% добавляют нам. Все нормально. Здесь главное, чтобы город у нас утих. Уже не раз говорил, лучше, чтобы восстаний не было. Сейчас придется отгонять тут как раз-таки бандитов нам. 68, ну, потихонечку, смотрю, утихают. А тут вот тоже утихли, и здесь тоже стихает гнев населения. Здесь, наоборот, растет из-за нехватки еды. Давайте вот сейчас мы их проатакуем, а вы давайте вот сюда в город. И ты сюда подходи. Что вам делать-то с пищей? Я не могу вам поставить пищу.
производство пищи. Вы уже опять бунт поднимете, не хотите же на полях работать. Вот странно, да, если не хотят на полях работать, да еще и говорят при этом, что им пищи не хватает. Так идите на поля работать. В чем проблема? Вот тут мятежники бьются. Не пойму, что ли, осаждают мятежники город. Да, по всей видимости. Именно так и есть. Так, ну тут мы этих отбили, да? Отлично, еще белые иди сюда подошли, нам помогли. Так, армия у нас ушла в город. Опять 87% недовольства. Да вы что, издеваетесь? Лучше армию не выводить пока из города. Так, вы давайте на сон. Стойте. Так, отчет о битве. Недвусмысленная победа. ...44. Давайте пока у них немножечко припало вот это все недовольство. Построим несколько полей. Так, здесь 10% на тем поля тоже. А здесь 6, да? Ловите. И нате вам еще фабрику керамики сюда же. Так, здесь 40 пока не трогаем. Чего у нас 40? Что там местные факторы? Ага, и эффект от изданного указа. 27 пока не трогаем. Здесь по 12%. Нате вам еще поля, держите. Отстройтесь. Тут пока не будем трогать, все нормально. И столицу тоже трогать не будем. Опять сюда бандиты зашли. Сейчас будут наши поля грабить. Надо бы вас отогнать, друзья, отсюда. То народец очень недоволен данной ситуацией. Ой, главное, чтобы город не взбунтовался. Ой, как я переживаю за город свой. Развитие знания. 54%. Отлично. 50. Ну, чуть-чуть утихают. Вроде отогнали, да, моих бандитов? Не вижу их тут нигде. Ферма построилась тут у нас. Сюэ, да, расширение провинции, возможно. Ладно, пока не будем. Денег мало. Пока не будем спешить. Так, а вот еще вот по городу вот интересует. Тут есть что-нибудь у вас храмов поблизости, нет? Нету. Никаких храмов. Хотя нет, подождите, есть. Чего вы мне врете? Он, наверное, построен уже просто давно. Да, летний дворец. Что он там дает? Счастье для знати. Блин, нам бы для крестьян не помешало. Технологии. Так, знания. Давайте мы ставим. 10% раненых в выигранной битве исцеляются. Хань через наши территории ведет свою армию, по всей видимости, на мятежников. Ну,
развития ремесла. Давайте тогда дальше мы ставим литейную мастерскую. Ну что там у нас? 15%, отлично, вроде утихли. Вроде утихли. А можем теперь взять тут, снести некоторые постройки. Давайте начнем с самых дорогих, которые... Вот, допустим. С казармы. Конюшни. Конюшни убираем. Потихонечку их будем сносить, потому что тоже, если сразу начать резко сносить все это дело, взбунтуются. Потому что это ж крестьяне работают, разбирают дома у нас тоже. Они что строят, что разбирают, из-за этого недовольны, что их заставляют работать. Так. Давайте здесь поля поставим еще. 11%, да? Дайте вам еще полей. Тут пока не трогаем. Здесь так вот 2 застроим и все. 22. Дайте вот еще 2. 30. Трогаем, и здесь тоже не трогаем пока. А из-за чего, скажите мне, предыдущие жалобы? Местные факторы, которые я никогда не узнаю, что это за местные факторы. А, новый наследник у нас появился. Замечательно. Давай вот сюда перебирайся. Болезнь. Ферма построилась. Вот здесь вот, да? Хорошо. Ну, вроде вам теперь хватает, да, пищи? Вроде нету теперь недовольства. Армия восстанавливается, да? Более-менее. Восемь процентов утихает тоже восстание потихоньку. Давайте отломаем теперь следующую построечку. Так, везде все спокойно. Вроде как население успокаивается. Влияние у нас растет у наших новых правителей и наследника. Ну вот, главное пока все это удержать, сохранить, какую-то вывести стабильность всего этого. И тогда можно будет продолжить войну. Вот, кстати, можно вот эти штуковины по типу открывать, я думаю, взять. Заключить мир предлагают и денег. Окей. Болезнь. Жене, численность армии уменьшена на 31%, да, вы долбанулись. От чего вы заболели, скажите мне? Керамика у нас отстроилась, отлично. Хорошо. 1500 нам город приносит дохода. Очень-очень хорошо. Последняя ферма, да, здесь осталась. Так. Ферма. Весть о мире как раз таки. И белые иди тоже заключили перемирие. 48%. Так. Вот эти застраиваем поля. И вот эти застраиваем. И сносим следующую постройку вот эту. Так, а ты у нас давай сюда разведочку проведи. Пятнадцать процентов, да, смотри, сносим и сразу там бунтуются они потихонечку. Знаете, еще давайте ломаем вот эту застройку. Потом тут надо будет нам отстроить. Сейчас мы плавильню, да, делаем. Надо будет рынки улучшить. Ферму керамики.
Точнее, фабрику, ферму керамики. Он сказанул. Сказанул, так сказанул. Вот тут как у нас в столице дела. 48, что-то не падает нифига пока что. Местные факторы. Что за местные факторы, скажите мне? Пятнадцать, семнадцать, восемнадцать, 37, 30, 22. Надо, кстати, город будет расширить. У нас сейчас деньги вроде более-менее так подсобрались. Почему бы не расшириться? Ой, что там такое? Что случилось? 64%. Нихера у вас сразу штраф-то вырос какой. Трудовая повинность. Короче, они у нас переработались уже. Все, пока город оставляем в покое. Так, здесь у нас встреча. Окей, ничего нам не может предложить он. Ну и фиг с тобой. Давай сюда тогда идем. Разбойники появились у нас поблизости. Надо бы их пойти раздавить. Половина в Джене отстроилась. Все, пока сидите. Сидите. Не будем вас трогать. У нас бы школы бы побыстрее появились. Было бы замечательно просто. Вот смотрите, разбойники пошли сюда. Сейчас будут грабить наши территории, гады. И сразу 90% вырос. Недовольство. Быстренько их тут сейчас поймить надо. Говнюки. Смотрите, да, как Максим, у нас было там 15 или 20% буквально, 66-90 на тебе. Всего-навсего там поля отстроили, одну ячеечку, и постройки посносили, ненужные. Народ просто в ярости. Ну правильно, это как бы столица другой фракции, пока там все утихомирится в ней, пока не свыкнутся с тем, что теперь здесь другой правитель. Суд исследования завершено. Вот вроде суд дает тоже порядок неплохо. Повышение культуры. Повышение культуры. Школа. Дайте вот эту технологию. Повышим. Повысим культуру, уже ее исследовать начальную. Так, вот вроде у нас суд есть, да, сейчас. Уменьшает крестьянские волнения на 10%. Вот. Можно будет его отстроить. Но опять же, чуточку попозже. И могущество. Так. Увеличит производство фермам на 5% еще. Так, отогнали их, да, сейчас? Ци повышается, ферма построилась. Гады, блин, ферму одну отстроили, другую ферму потеряли. Сорок четыре, сорок, 16. Давайте пока вот это поселение расширять. А тут нечего расширять нам. Вот здесь вроде утихли они.
898 доход. Можно сейчас, ну-ка, что у нас там по указам? Централизованная бюрократия. Волнение среди знати плюс 25 на 20 ходов. Добавляет даже чиновника. Крестьянские волнения минус 10%. Давайте сдадим указ. В принципе, со знати у нас проблем нет. У нас крестьяне постоянно недовольны. Так, новый персонаж еще один у нас появился. Будь в столице тогда, наверное. Сейчас пожар. Ну, не у нас, в принципе, хорошо. Все хорошо, что не у нас. Так, все стабильно. Все стабильно. Единственное, доходик у нас упал. Указ скинули. Так, давайте здесь пока рыночек улучшаем. 4 хода. Так. А здесь мы рыночек сейчас сломаем. Он нам здесь не нужен. Он тут вообще никак. Вообще не нужен. Ничего не производится, а деньги хавает. Вот. Так, отряд без приказа. Так, бандиты что там ушли, да? Так, высылаем тогда нашего правителя, как хотели, туда дальше. Вы обратно возвращаетесь. Ханя, не пойму, что там предлагает, но требую денег, а еще, чтобы и мы им дали денег, и они нам дали денег. Цей повышается, эпидемия тоже не у нас. 5,48% мятеж, да вы че? Пожарище здесь у нас. Вот что бывает, если снести. Точнее, начать строить рынок. Народ в ярости. Слушайте, а тут прям это, белые ди прям так торговлю к нам свою суют. Достают прям до наших провинций всех. Не, ну мы с ними тоже торгуем, но они с нами даже побольше так торговлю ведут. Вот здесь вот надо будет рынок еще отстроить нам, скорее всего. А здесь вообще можно даже ткача поставить, у нас здесь тоже виноградники находятся. Это 1%. Так, на следующий ход, да, сюда дойдем. Давайте вот здесь рынок тоже отстраиваем сейчас. Рыночек на. Вот тут падает потихоньку тоже недовольство, замечательно.
Замечательно. А, через два хода здесь будет рынок у нас готов. Ух ты, они тут поселение взяли ин. Вот так новость. Встреча. Заплатить 55 и повышать личное влияние на 2. Окей, повышаем. А пожар у нас, да? Снова. Давайте сюда еще раз зайдем. И потом туда пойдем. В любом случае мимо будем тут проходить. Ну, тут тоже местечко хорошее для города у нас, я смотрю. Вот, кстати, вот фракции, которые вот находятся вроде у берега, да? Ну, как-то флотилии-то я не вижу нигде. Ничьей флотилии. Можно свою флотилию построить. Причал. Только пока это такой торговый, он нам здесь не нужен. Так, технологии у нас, знания. Еще 10% раненых в битве исцеляются. Давайте. Так, кстати, довольно-таки полезно. Не будет таких больших потерь. Здесь у нас что, бронза, да, в горах? Ну, мы там ее не достаем. Так, Хань, напасть на Чу в течение 5 ходов. Да нет, мы лучше на вас нападем потом. Чу, напасть на Хань. Между собой там. Напасть на Чу в течение 5 ходов. Так, базар. Отстроился. Хорошо. Рыночек у нас здесь тоже отстроился. 698 доход. А как население? 51%. Потерпите, если я вам поставлю еще сюда фабрику керамики. Я думаю, потерпят. Так, и здесь мы ставим гончарную мастерскую. Чтобы в этот город торговать, в принципе, можно было. Тысяча 340, а было 1500 доход. Договор о братском мире предлагает Чу вежливый нейтралитет. А информацию, однократный платеж, подождите. Они предлагают в течение 6 ходов по 662 выплачивать нам. Мы сейчас им за раз должны сразу 2000 отдать. Если мы 6 в 6, грубо говоря, 3600. В районе 4000 мы наваримся за 6 ходов от них, то есть намного больше. То есть по всей видимости у них какие-то проблемы с деньгами. Или что? Почему они так какой-то для себя не очень-то и выгодный договор? Ну, я дам, в принципе, денег. Развитие ремесла. Так. Литейная мастерская. Дальше. Увеличивает прямую торговлю железом и сталью. У нас увеличивает производство ферм на 5%. Давайте лучше фермы. Производство 5% дополнительные поставим. Ткач у нас здесь построился.
Так, бандиты здесь показались. Надо сразу их пойти вольнуть. Мы не достанем на этот ход, но все равно надо от них избавляться. Так, тут армия у нас более-менее восстановилась, я смотрю, да, везде. Все более-менее прям так неплохо идет, очень неплохо. О, кстати, у нас и народ так вот, в принципе, утих более-менее, что хорошо. А можем поставить как раз-таки фермы теперь. На 10 ходов, я думаю, ближайшие здесь. А здесь по нолям, да, тоже можно поставить. Вот так вот. А здесь, вот здесь тоже с фермами прям проблемчики у нас. Все тогда позабирали, посносили. Давайте вот эти территории в первую очередь отвоевывать у Янченя. Чтобы они не расширялись в нашу сторону. Даже не хотелось им сюда идти. Тоже на 10 ходов здесь. Эти вот три территории пока поставим. Здесь 1%. Давайте вот эти вот боковые все забираем. А здесь ничего. Так, здесь вот эти забираем территории. На застроечку. 10 ходов тоже. На ближайшие 10, короче, раскидаем все. Так, здесь вот эту вот тоже территорию пока у нас их не отобрали. Вот только вот это осталось. ...48 здесь пока, наверное, не будем. Одно поставим. И все. Вот, отлично. А ну тут, кстати, не только мы за этими бандитами охотимся. Весть о войне белые идеи и у в бо у нас опять. Слушайте, у нас постоянно здесь пожарища какие-то устраиваются. Куда они тут делись? Давайте тут поставим свои армии. Встреча. Не, ничего нам, короче, не предлагает. В общем, сюда идем дальше. ЦИ повышается у тебя. Ферма, ферма, ферма. Везде фермы построились. Отлично. Замечательно. тысяч у нас сейчас казна. Я думаю, можно сейчас взять как раз-таки поставить летний дворец. Сейчас пока нет, вот эту провинцию не будем трогать, поищем более проблемные. Вот у меня вот, давайте сразу в столицу перейдем. Меня вот больше столица волнует. Ага, мы здесь не можем ничего поставить. Ну ладно тогда. Хорошо, давайте здесь тогда что? Нет подходящих площадок. Окей. А у вас есть, да, площадки? Что, беседка? Беседка? Тоже беседка. Давайте беседочку тогда отстроим здесь. И здесь тоже беседочку. 16 ходов, да? Жене нету беседки, да? И здесь нету.
Так, а во-вторых, нам, в принципе, тут у нас стоят торговые порты, они нам нафиг не нужны. Причал. Чё он тут торгует? Ничего он тут не торгует у нас. Забираем причал. Пристань. 30 клеток. Пускай пока стоит. А у нас получается, что, подождите, а в этот город торговля не идет, что ли? Что-то я не понял юмора. Мы сейчас убрали причал, да, получается? А почему они не могут торговлю проложить сюда? Рядышком ведь находится. Нет, идет торговля, вот все, обновилась. Все нормально. Здесь рынок мы убрали, да, вроде? Да, рынка здесь нет у нас. Отряд без приказа. Давайте, отдыхайте. Вы сюда. Так, у нас какой-то город еще надо было расширить, если я не ошибаюсь. Вот он. Давайте тебя расстроим. И все. Ох ты. Тут у нас пооткрывались другие фракции различные. Цинь. Суаньжунь. Очень много прям пооткрывалось. А, дипломатия есть у нас с ними? Нет, дипломатии у нас с ними нету. Что, они до сих пор сохраняют эмбарго? Его можно как-то отменить? Так, нет, не так. Мне надо снять с ними... Снять торговое эмбарго. Хорошо, мы согласны. Ну вот, пошла торговля к ним теперь. Так, гончарная мастерская в Бо построилась. Ну, теперь будет чем поторговать нам здесь. Пока. Так, что у нас там еще? Фабрика керамики. Здесь, да? Так, 48 недовольства населения. Так, караван-сарай нам здесь не нужен. Это, в принципе, нам тоже все не нужно. Броник нам не нужен. Все это пока оставляем. 623 доход. Фермы построились, вижу. И надо будет нам заняться тогда еще. У нас как раз таки две провинции военные. Нам надо будет их тоже улучшить. Построить здесь. Плавильня нам не нужна. Нам нужен будет бронник, оружейник. Нужен будет здесь... Конница, конюшня нужна будет. Ну что ж, друзья, на этом наше прохождение сегодня подошло к концу. С Ханью у нас осталось еще перемирие. А, у нас уже закончилось. То есть у нас просто сейчас
если не ошибаюсь, враждебность идет. То есть, как только они зайдут на нашу территорию, или мы зайдем к ним на территорию, сразу начнется война. В общем, вот так вот. Ну, в принципе, наша армия более-менее восстановилась. У нас есть 5000, можем собрать новую армию, и тогда пойдем захватывать Янчэнь. А ну что ж, друзья, если вам понравилось сегодняшнее прохождение, не забудьте поддержать видео лайком, подписаться на канал, чтобы не пропустить продолжение. И увидимся с вами, друзья, на новом видео.